Дорогие братья и сестры, родственники и друзья, предлагаю вам небольшой видеоролик, посвященный 40-й годовщине нашего дорогого, любимого отца Йосеф Шалома Исхакова бен Йошуа Шени. Шаббат состоится 21 апреля 2023 года. Поминки 26 апреля в среду 2023 года в ресторане «Престиж». Наш отец прожил нелегкую, но красивую жизнь. По своей природе наш отец был очень добрым человеком, никогда не вступал в какие-либо споры, и никто из нашей семьи не помнит, чтобы отец выходил из себя или повышал голос. Он всегда был ласковым при разговоре с детьми и внуками. Скромный, мудрый, добрый. Это мог сказать каждый, кто знал нашего отца. В синагоге города Бухары он был такеях. Это человек, который трубит в шофар. Для этого нужны навыки и знания Торы. И еще, он читал Мегилат Эстер свободно и красивым голосом, без запинок и ошибок. Об этом я узнал уже в Нью-Йорке от очевидцев. Кстати, мой старший брат Гавриэль и мой старший сын Борис тоже очень грамотно и красиво трубят шофар. Наверное, это генетически. Родителей было 11 детей, а значит 11 худо, 11 семей с разными характерами и семейными устоями. 11 – это 6 ног и 5 детей. Ко всем к ним мама Ксио и папа Йосеф Шалом подобрали ключи к сердцам. И вся наша большая семья жили дружно, душа в душу, помогали друг другу, как могли. И все это заслуги наших добрых и трудолюбивых родителей. Хотелось бы прочитать отрывок истории, который, на мой взгляд, очень подходит к жизни нашего отца и мамы. Почитание отца и матери, и помощь ближнему, и забота о больных, и гостеприимство, и ранний приход в дом учения, и примирение поссорившихся друзей и мужа с женой. Но изучение Торы равноценно всем этим заповедям вместе взятым. Мне кажется, что мои родители жили по этим устоям. И за это все будет награда в мире.
Пожалуйста, зажгите свечку на шаббат апреля 24 и поминки апреля 29 вечером 6 ияра. Большое вам спасибо за внимание и всех вам добрых дней и здоровья. Всех благ.